Энди Макс Лекерс. Секунды впитались в стены, я и есть время. Торопиться некуда и просто нельзя. В погоне за временем его можно потерять. Нас подгоняют, говорят, мол, спешите, хватайте. Люди бьются в панике, якобы за жизнь райскую, боясь перестать гребсти. Но Бог всегда с нами, нам подсказок оставили те, кто был тут до нас. Много разного, в том числе и детские сказки. Но самое важное находится внутри каждого. Я в согласии с собой и спокоен, как космос. Во мне происходит процесс, но никуда не торопятся. Бывает разное, бывает так, взрываюсь, когда поддаюсь этому внешнему хаосу. Задатки его есть у меня внутри. Либо даешь этому ход, либо запрещаешь расти. Но это фрактал, брат, где даже хаос деталь необходимая, чтобы все это существовало. Часы тикают, это тоже обман. Во времени нет промежутка между ударами. Волк пришел, дунул, и храм развалился. Но третий поросенок строил его из кирпичиков. Нужно перебрать все, чему нас учили. Что-то в урну выкинуть, а что-то взять за принцип. Вглядываюсь в лица в вагоне метро. Все такие разные, у каждого своя история. Подземки — это как парад планет. Тут все вместе едем, разные направления, но в одном вагоне у каждого свои представления об этом непостижимом аттракционе под названием «Жизнь». На Невском проспекте мне выходить кому-то раньше, а кому-то позже, и важно оставить после себя хоть что-нибудь хорошее. Подземные змеи куда-то увозят людей. Я не успел, и перед носом захлопнулась дверь. Я постою со всеми и подожду другой. Видимо, не за мной прибыл этот вагон. Подземные змеи куда-то увозят людей. Я не успел, и перед носом захлопнулась дверь. Я постою со всеми и подожду другой. Видимо, не за мной прибыл этот вагон. Следующая страна.